Тема сегодняшнего нашего разговора – улучшение системы планирования и контроля за реализацией стратегических проектов. Поясняю, что я имел в виду, когда правительству и должностным лицам было поручено проработать этот вопрос. Стратегические проекты, если говорить о Беларуси, это будущее нашей страны. Без будущего не может существовать ни один человек, ни одна система, ни одно государство. Как обстоят дела в Беларуси? Не совсем хорошо. Почему мы обращаемся к этому вопросу сегодня? У нас даже если разумно выработаны проекты стратегического характера, то они не всегда реализуются. Ну а учитывая наш авторитаризм, кто-то диктатурой называет, так и впредь будет, жесткий будет контроль за реализацией и соблюдением тех поручений, которые даются в том числе президентам. Они ведь не только выдумка самого президента, но многие вопросы мы с вами прорабатываем вместе и принимаем решения. В том числе конкретно, на конкретных местах, где будут реализовываться эти стратегические проекты. Значит, президент в основном формализует то или иное решение, и оно доводится к исполнению всех в стране, всех, даже тех, кто там не прописан в решении президента, в распоряжении, указе и так далее. Такова система, это не нарушение законов наших и Конституции, такова система власти и управления в Беларуси. Поэтому не всегда, приняв решение, мы его реализуем. Реализуем не вовремя, это уже норма. Но меня больше всего в последнее время, я уже об этом где-то говорил, волнует то, что наше правительство вместо того, чтобы конкретным делом порой, не всегда заниматься, оно начинает врать и дезинформировать президента для того, чтобы показать себя в лучшем свете. Я не хочу публично приводить примеры, но в закрытом режиме я приведу вам пример, красноречиво свидетельствующий о том, что вранье у нас не изжито. И удивляться тому, что у нас в Гомельской области падеж скота приписывают, там где-то в Витебской области, Могилевской, да и вообще по стране. Что тут удивляться, если это идет от министров наших, от наших губернаторов. Это недопустимо. Но это крайний случай. Я не говорю, что это традиция. Но я боюсь, чтобы это не стало в Беларуси традицией. Вранье. В кривом зеркале или глядя в кривое зеркало, мы страну не удержим. И новые импульсы ей не придадим, какие бы стратегические у нас планы не существовали. Стратегические проекты, каковы в общих чертах они могут быть? Во-первых, для углубления тех процессов, технологических процессов, которые уже существуют в Беларуси. То есть у нас есть определенные школы, машиностроение, тракторы, автомобили, БелАЗы, МАЗы, автобусы, то, что уже известно на рынках, отдельное направление в сельском хозяйстве, далеко не все. Хоть мы этим и гордимся, результат определенный есть. Переработка и так далее, и так далее. По каждому из направлений есть возможность и необходимость углубляться. Технологии понятны, нам это известно, школы существуют, кадры знают, в каком направлении двигаться. Будем углубляться. Вот пример. В Светогорске мы ввели завод по производству целлюлозы. Слушайте, в лесу живем, целлюлозу закупали. Было принято решение целлюлозе быть, чтобы производить из нее продукцию, конечную. Бумагу там, тетрадки, пишущую бумагу, еще какую-то бумагу и так далее. А что, целлюлоза – это конечный продукт? Это промежуточный продукт. Надо получать большую добавленную стоимость. И когда мы бродили по целлюлозно-бумажному комбинату в Светлогорске, еще бывший министр наш Назаров,
Я ему задаю вопрос: дальше что? Это ведь полуфабрикат, целлюлоза. Что будем производить дальше? Мы умеем что-то делать, углубляться? Он говорит: конечно, Александр, мы же, говорит, целлюлозу везем в Польшу, к примеру, и не только, но в основном. И оттуда привозим картон. Вот он, картон. Это упаковка. Ну а что, сами не можем сделать? Можем, отвечает Назаров. Что для этого надо? Надо вот тут за стенкой построить цех. Если он будет построен, мы будем производить конечный продукт. Насколько я понимаю, Иван Иванович, этот цех мы заканчиваем строить. И как бы ни было трудно, мы его оснащаем технологическим оборудованием. И санкции не мешают. Когда кнут есть сзади, к сожалению. Вот вам показатель одного из небольших стратегических проектов, который реализован примерно за 1.5-2 года после моего посещения, сколько тут, 2 года, наверное, прошло. Мы реализовываем этот проект, углубляя то, что сегодня имеем. И это основа нашего дальнейшего развития. Есть другое направление – создание новых производств. Ну, к примеру, атомная электростанция. Мы же вообще не в зуб ногой, как в народе говорят, ничего не умели в этом плане делать. Сегодня создали целую отрасль. Помните, я вас долго и журналистов своих, и вас уговаривал о том, что надо атомную станцию построить. Да, у нас народ чернобыльский трудно, но это мое решение. Я пойду и приму это решение. Надо ее построить. Но выбрали 2 площадки, 1 станцию построили, и сегодня у нас потребление атомной энергетики к общему потреблению электроэнергии выше, чем в Соединенных Штатах Америки и даже в России. От общего где-то 1/4 мы замещаем за счет мирного атома. Сегодня я так аккуратно, вы заметили, подвожу вас к тому, что неплохо было и 2-ю атомную станцию иметь в стране. Это очень-очень выгодно. Еще раз подчеркиваю, такие проработки на первоначальном этапе идут. Мы определились, или мы добавляем 2 блока к существующей площадке на существующей, или в Могилевской области, где у нас 2-я площадка, строим еще 2 блока. И тогда больше половины электричества мы получим от атомной станции чистого, очень выгодного продукта. Ну и наши дети уже могут жить спокойно. Они уже могут по электроэнергии жить и сейчас. БНБК – новое производство. Вот стратегические направления, которые поднимут страну на 2-3 ступени выше, чем она есть сейчас. Это новое. И в этом направлении надо двигаться, если мы, хвастаясь всегда, что мы такие умные и продвинутые, если мы хотим это доказать на практике. Это очень выгодно и это нужно. Важно все, от идеи до воплощения этой идеи в жизнь и гарантировано получение экономического эффекта. Все должно быть проработано. Идея, реализация, эффект. Но до того, как реализовывать, надо точно определить окупаемость этого проекта и какой эффект мы от него получим. Шоковая перенастройка в мировых политических, экономических, финансовых отношениях побуждает каждую страну думать не только о защитных и компенсирующих мерах. Надо просчитывать стратегические перспективы развития национальной экономики, а значит и государства, то есть смотреть в будущее. Я только что вам популярно об этом рассказал. За 30 лет нами сформирована целая сеть исследовательских институтов. Я думаю, к Новому году, Роман Александрович, вы приведете все в соответствие, чтобы этих исследовательских институтов на дух не было, которые только числятся, а не выдают результаты. Как раз вчера такие решения на совещании в правительстве обсуждены и приняты. И не только. Возьмите Минобразование, здравоохранение. Я уже министрам говорил, надо посмотреть. За счет бюджета и в спорте, и в культуре столько нахомутали, дальше некуда. И говорим, у нас кадров что, где-то не хватает. Конечно, их не будет хватать. Они в этих прокладках сидят. Готовим проект вашей директивы. Работает комитет по науке, технологиям. Трудится Академия наук, зимой Академию наук надо подвергнуть серьезнейшему анализу. Дай Бог, чтобы было так, как нам
руководитель Академии наук докладывает, они сегодня делают все, от беспилотников до изделий из сухого молока, которые продают в Китай. Делают все. Посмотрим, так ли это. Я имею в виду электромобили и так далее и тому подобное. Исследуют, анализируют, составляют прогнозы научно-технического прогресса на десятилетия вперед, даже когда нас не будет. Публикуют статьи в специализированных журналах. Все это надо. Но надо признать, что реальный сектор экономики массово использовать труды ученых почему-то не стремится. Но я знаю почему. Болтаете, врете, а делать не хотите. До производства доходят не все новые разработки, да и по-настоящему крупных прорывных проектов за это время создано не так много. Ну, что мы хвастаемся атомной станцией и БНБК? Извините за нескромность, это было мое решение, договоренность с лидерами государств. Вот и все. И вся ваша наука. Ну а где рожденные в недрах дикого труда и работы Академии наук проекты? Где они? Да, мы построили атомную станцию БНБК, выпускаем крупнейшую на планете карьерную технику. Есть космические программы, разрабатываем, испытываем продукты инновационной биомедицины, не имеющие мировых аналогов. Однако за них взялись только с подачи президента, я уже об этом сказал. Как видим, проблемы есть. Прежде всего, в планировании стратегических проектов, объектов высокого, 5-6 технологических укладов. Еще весной я поручал правительству Академии наук и своему помощнику Косинцу проработать тему создания в стране так называемого мозгового ядра, способного оценивать и курировать масштабные проекты. То есть проекты определены. Вот, если журналистам потом захочется посмотреть, слушайте, их трудно поднять даже одной рукой. Вы можете им потом показать. Вот, все они тут проанализированы. Как поручил, так я уже смотрю и радуюсь, ну, слава богу, думаю, Косинец, наверное, своим напором заставил проанализировать и все собрать в кучу. Ну, может, я несколько преувеличиваю, может, это было. Все проекты эффективны, что сделано, что не сделано, об этом тоже поговорим. Поэтому нужен вот такой центр, который при президенте, от имени президента, рядом с президентом будет видеть, что происходит, и заставлять всех вас реализовывать эти проекты. Правительство представило мне вариант с двумя основными структурами, центром, который нарабатывает идеи и просчитывает их экономический эффект, и советом, где принимаются решения о жизнеспособности и актуальности таких идей. Я хотел бы услышать еще раз, прошу доложить, как в эту цепочку будут встроены те, кто непосредственно будет воплощать производственный объект в жизнь. Профильные министры, директора, главные инженеры, в конце концов. Это ж они будут это все реализовывать. Как проекты будут обеспечиваться кадрами и ресурсами? Кто в предлагаемой схеме будет брать на себя риски, гарантировать экономическую состоятельность, успешность работы новых предприятий? Совет, центр, министр, директор? Ну, на этот вопрос легко ответить, если утверждать такие стратегические проекты будет глава государства, он там и определит, кто за это будет отвечать, скорее всего. Для чего предлагается создать новую структуру, центр? Да, я поручил продумать, центр, не центр, вы проработали, президент поручил на. А может быть, не надо? И на этот вопрос надо ответ дать. Что мешает реализовывать лучшие задумки в уже имеющемся составе? Никаких новых структур и новых каких-то дополнительно кадров быть не должно. У нас хватает этих центров и возле центров и прочее, которые надо организовать в единый кулак, которые могли двигаться в нужном направлении. Поэтому ни и речи быть не может о том, что будет новое правительство или новое какое-то министерство. Из этого надо исходить. Губернаторы, люди якобы чуть ли не отстраненные от всех этих процессов, вы люди не посторонние, запомните. Провал какого-то проекта государственного на вашей территории – это ваш провал. Это также зона вашей ответственности. Вы там видите лучше, чем кто-то.
Да и налогов часть вы будете от реализации того или иного проекта получать. Теперь конкретно к работе. Уважаемый Александр Григорьевич, в исполнение вашего поручения, данного при рассмотрении вопросов развития отечественной микроэлектроники, проработан вопрос создания центра стратегических проектов. Вы однозначно пришли к решению, к выводу, что этот центр должен быть. Или есть сомневающиеся, или может не надо. Вот это главный вопрос. Быть или не быть? Я в своем докладе скажу, как я это вижу. В ходе подготовки предложений проведен анализ проблемных вопросов, возникающих при планировании и реализации крупнейших инвестиционных проектов. Изучен зарубежный и отечественный, прежде всего советский, опыт создания масштабных производств. Центром масштабных проектов в СССР был Госплан, который осуществлял контроль за выполнением народно-хозяйственных планов, координировал и финансировал технико-экономические исследования научных и проектных организаций всей страны, внедрял проекты особо крупных предприятий и союзных строев. Масштабные проекты реализовывались на основе системного подхода, согласно которому наряду с планированием развития народного хозяйства как по отраслям, так и по регионам применялось и планирование по межотраслевым проблемам. Даже страны, входящие в Совет экономической взаимопомощи, осуществляли свою производственную кооперацию в рамках системы Госплана. Объективно, сегодня в Беларуси нет единого центра, определяющего масштабные инвестпроекты и капитальные вложения. Процесс разработки децентрализован и осуществляется по предложениям республиканских органов госуправления, облсполкомов, либо инвесторов. Наиболее значимые в истории суверенной Беларуси проекты, такие как БелАЭС, БНБК, БелДжи, масштабная модернизация деревоперерабатывающей отрасли, были инициированы непосредственно главой государства. Я забыл сказать о БелДжи. Журналисты вот стоят напротив, они же не дадут соврать. Когда я сказал, моя мечта иметь свой легковой автомобиль в Беларуси. И мы начали эту проработку. И смотрите, сегодня уже очередь за Джили, и красивые автомобили, и внешне, и качественные. Правда, сейчас Пархомчика душу на всю катушку со Снабковым, чтобы они дальше развивались. Мы уже сегодня замахнулись не на 30-40 тысяч автомобилей в год, а на 120 тысяч, и притащили этого... с которым Красное я имел знамя. Разговор в Китае, разговаривал с этим. Красное знамя. Красное знамя. В ближайшее время покажем народу. Начали новую марку автомобилей производить. Вот видите, как жизнь повернулась, что автомобили востребованы. И Джили занимает первое место по продажам Беларуси уже. Да, слушай. В России молятся, просят, продайте. Очереди появились, когда такое было. Это говорит о том, что надо этим заниматься, надо, и надо видеть перспективы. При этом, даже при таких вводных, реализация шла в условиях недостаточного межведомственного взаимодействия. Исполнители сталкивались с необходимостью повторного обсуждения, согласования и обоснования инвестиций. В настоящее время проблемы возникают как на стадии выработки проектных решений, что строить и где, так и в процессе непосредственного строительства.